Всем огромный привет! Сегодня 22 февраля, и я снимаю не совсем обычное видео. Это будет видео не о покупках, не о подарках, не об отчетах и даже не о планах. Это будет видео-приглашение в весенний совместный проект под названием «Размер имеет значение», который мы проводим совместно с Танюшей Ладушкой, 173. Если вы любитель или любительница миниатюрок, то участие в этом проекте может вас заинтересовать. И сейчас самое время рассказать об условиях участия. Во-первых, в проекте принимают дизайны определенных размеров. Они должны быть не меньше 50 на 50 крестиков, но и не больше 100 на 100 крестиков. И это должны быть абсолютно новые работы, не начатые вами раньше, которые можно будет начать 1 марта, так как проект будет длиться ровно месяц, с 1 марта по 31 марта. И итоги будут подводиться в последний день проекта. У вас есть ровно неделя для того, чтобы обдумать, принимать ли участие и с каким дизайном. Так как после того, как проект сам стартует, присоединиться к нему вы уже не сможете. Свое желание участвовать оставляйте в комментариях под этим видео. Теперь несколько слов об отчетах. Для этого в ВК у Ладушки создан специальный альбом. Ссылочку найдете в инфобоксе, в котором вы можете размещать фото своей подготовки, фото процессов, а также ссылочки на ваши видео, если вы снимаете видео. Ориентировочно 15 марта на экваторе проекта также появится альбом, в котором вы сможете оставить фото со своим результатом, то есть как бы окончательное фото. Оформление мы оставляем на ваше усмотрение. Как вы будете оформлять эти работы, вы решите сами. А зачем нам нужен второй альбом? Он очень важен, и вы сейчас поймете почему. Все дело в том, что мы с Танюшей приготовили два приза. Один из них вы видите сейчас перед собой. Это миниатюрка от фирмы РТО. И он достанется тому, кто получит под своим финальным фото работы больше всего лайков. А второй будет сюрпризом. О нем вы узнаете 31 марта. Присоединяйтесь. Вместе вышивать веселее.